Так, друзья, всем привет любителям отечественного автопрома. Автомобиль ВАЗ-2114. Появилась такая проблема. В общем, загорается чек при движении, и начинается машина дергаться при легком нажатии на педаль газа. Особенно это проявляется, когда едешь на неровной поверхности дороги. Кочки, ямки, бугорки и так далее. Очень сильно дергается машина, пока не нажмешь сцепление и не прогазуешь. Вот, в общем, проблема была не постоянная. Чек горит, есть проблема. Чек не горит, нет проблемы. В остальном, то есть машина вела себя нормально. Заводилась неплохо, на холостых работала хорошо. Ехала тоже хорошо, когда не горел чек. Но все-таки решил исправить проблему только тогда, когда с утра вышел и просто не завел машину. Вспышки были, признаки жизни какие-то она подавала, но машина не заводилась. Признаки указывают на то, что у вас, скорее всего, что-то с датчиком коленвала. Но не спешите сразу бежать в магазин и покупать новый датчик коленвала. Во-первых, сейчас делают очень некачественные эти датчики. Во-вторых, для начала проверьте проводку. У меня оказалась проблема именно в ней. У предыдущих хозяев тоже была проблема либо с датчиком, либо со штекером. В общем, там была скрутка. Скрутка не очень надежная, заизолирована не очень хорошо, и поэтому со временем все это рассохлось, задубело. И, скорее всего, при движении на неровной дороге контакт то пропадал, то появлялся, поэтому начиналось дергаться. Это вот я так думаю, мое мнение. Сначала проверьте проводку. Если с проводкой все в порядке, то, скорее всего, это, конечно, датчик коленвала. Вот. Причины у него именно такие. Почему решил снять это видео? Искал тоже много в интернете. Смотрел много роликов. Ребята снимают, тоже стараются помочь. Но вот конкретно вот такого рода вот причины и устранения этой причины я вот не нашел. Поэтому решил снять и кому-то тоже, возможно, помочь. Исключите при таких симптомах, исключите датчик распредвала. Потому что, оказывается, машина работает даже без него. Если вытащить штекер, машина заведется и будет работать без него. По поводу диагностики. Как показывает практика, ребят, не вся диагностика покажет вам причину. На хороших аппаратах, да, может человек прозвонить все от и до и показать. На не очень таких профессиональных вряд ли вы выявите причину. Вот, поэтому выходить из машины не буду, капот открывать не буду. Очень холодно, у нас сегодня первый снег, минус 2, машина завелась прекрасно. Чек не горит, 2 дня уже езжу, все в порядке. Я всю эту скрутку по новой переделал, все хорошенько заизолировал, все скрутил, штекер воткнул, все, машина завелась, то есть без проблем. Вот, поэтому не буду долго размусоливать. Если у кого-то такие симптомы, ребят, смотрите проводку. Если проводка в порядке, вот, а машина у меня 2005 года, если у кого-то тоже старенькие машины, ну, проводка это боль. Со временем, конечно, дубеет, рассыхается, трескается и так далее. Вот, если проводка все в порядке, значит датчик. Как бы, где он находится, в интернете очень много информации. Не буду выходить, открывать капот и показывать вам, холодно на улице. Вот, так что, если кому-то помог, хорошо, ставьте лайки, это будет бонусом для меня. Всем пока, удачи на дорогах.